Приветствую вас, дорогие арт-коттеджисты. Уже около года на этом канале не выходило каких-либо произведений арт-коттеджистского направления синематографического искусства с толковым монтажом, с чувством расстановки и меры. Закономерным образом встает вопрос у многих ценителей. По какой причине не выходили произведения? Можно подумать, что сломался компьютер у автора. А кто-то подумает, что виной тому морально-этические причины. Кто-то подумает, что творцовую линию он оправдывается при цели, проявляя свое недюжинное чувство, которое не соответствует действительности. Хотя нет, кто-то может вспомнить дурацкие импровизации. Впрочем, все это не важно. Вы видите все сами. Но сначала пустим заставочку. Производящие студии, которые участвовали в прошлых арт-коттеджах, объединились, чтобы порвать шаблоны всему миру через синематографическое искусство. Даже студия «Ну чё, поверили, фильма никакого не будет» объединилась с нашим гипербойным конгломератом андеграундных киностудий. В новом сезоне вы увидите новое приключение Вадима и Дениса. Вспомните моменты славного прошлого наших замечательных героев в игре «Сто к одному». Дальнейшее злоключение суда и Шерлока Холмса, похожего на Ливанова. Новые документальные фильмы про священную борьбу Руси Америки с проклятыми монгольскими оккупантами. И, конечно же, вкусный бодрящий чай, бутерброд с маслом, походы за чаем и кофе, и хлебом, и другими обыденными вещами обихода. И, конечно же, в наших фильмах будут продолжаться непонятные движения туда-сюда под вопервейвенную эстетическую музыку. Многие не понимают нашу философию, однако товарищ Дугин знает всю суть нашей миссии, философии и искусства. Ой, простите за тавтологию. Когда у человека обычный, например, говорит, а что такое философия, друзья? Ему отвечать на это, в принципе, надо говорить, пошел вон, там, на самом деле, твое собачье ума дело. При этом чрезвычайно важно отметить, что некоторые арт-коттеджи будут выходить на моем канале, а некоторые будут выходить на канале Лимонадного киоска. Служу Псковскому, угадай мелодию.